Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Посейдон. И мы находимся на миссии сообщества Ковчег на острове Тени, где мы будем устранять Зои и Софию Вашингтон с помощью костюма Януса. Данное испытание называется «Выходные с Янусом». Для этого мы начинаем на гавань. Берем отмычку, берем три монетки. Берем пистолет с глушителем. Любой, который вы хотите. Итак, начнем. Как только мы начинаем миссию, мы можем скипать диалог Дианы и Грея и идем в сторону статуи Феникса. Затем мы заходим сюда, проходим через этот коридорчик и поднимаемся здесь по лестнице. Подходим сюда и уничтожаем при помощи пистолета камеры. Затем проходим через окно и обходим все это место так, чтобы вас не заметили те, кто находится рядом с вертолетом. Проходим сюда и по парапету до этого окна. Заходим в это окно, включаем радио и сразу же вырубаем. И прячемся здесь, наклонившись на коробке. Мы дожидаемся, пока вот этот инженер подойдет, и мы оглушаем его. Затем мы прячем его здесь, переодевшись. Берем здесь лом и начинаем открывать здесь коробки. Вам понадобится открывать вот эти коробки, пока вы не найдете тот нож, который нам нужен. А он появляется рандомным образом. Заходим сюда. Будьте осторожны, потому что здесь есть как раз охранник, который может вас спалить вот в этой маскировке. Пока он еще не пошел, вот как раз мы нашли ножик. Пока он не дошел, мы ждем здесь. И как только он будет уходить, мы вырубаем здесь электричество. Для того, чтобы он подошел и включил его обратно. Если вы это сделаете в другой момент, то подойдет другой охранник, а нам нужен именно тот, который может вас спалить. Как только он включает электричество, мы его оглушаем руками, не ломом. И относим сюда и переодеваемся. Затем идем в сторону гроба Януса. Можно это делать не спеша. Chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter, and Providence operative. Quite a mouthful. Потому что как раз мы увидели Зои Вашингтон здесь, это значит, что она скоро подойдет сюда.
Начинаем здесь диалог с этой женщиной, чтобы мы услышали ее. И идем в сторону морга. Дожидаемся, пока вот этот охранник отойдет и не будет смотреть на нас. Как только он это сделал, мы открываем при помощи отмычки эту дверь. Затем открываем здесь дверь и включаем здесь генератор. И вырубаем его обратно. Затем прячемся здесь, за этой дверью. Оглушаем вот этого. И вырубаем здесь электричество. Нам понадобится вырубить всех людей здесь, для того, чтобы взять костюм. Прячем вот этого человека вот в эту комнату. Затем берем нашу монетку. По сути, мы можем взять любой другой предмет и бросаем для того, чтобы приманить последнего охранника. И оглушаем его. Заодно прячем в коробку. И оглушаем вот эту мадам. Ее тоже можно спрятать. Затем берем наш нож, который мы нашли, и переодеваемся в костюм Януса. Перед тем, как мы выходим здесь, садимся на корточки и выходим. Потому что здесь есть вот этот охранник, он может вас спалить, если он увидит вас. Поднимаемся здесь. Подходим сюда и говорим вот этой женщине, чтобы она начала музыку. И садимся в гроб. Здесь мне понадобится выключить музыку и диалоги, чтобы вы не услышали, потому что эта музыка, к сожалению, защищена авторскими правами. Мы дожидаемся, пока София Вашингтон... Точнее, Зои Вашингтон, нынешняя Константа и остальные люди подойдут к трупу Януса и отдадут честь ему.
После того, как Константа прощается с Янусом, Зои подойдет. И она как раз будет одна здесь. По сути. Не обращайте внимания на музыкантшу. Она слепая, потому что на ней повязка. Как только она подойдет, можно будет ее устранить. Подбираем все, что она уронила. И убираем ее так, чтобы ее не нашли. Здесь можно ее выкинуть. Теперь мы идем в сторону Софии Вашингтон. Подходим сюда и поднимаемся через эту трубу. На второй этаж. Как раз где есть мостик. И поворачиваем налево. И идем вдоль по парапету до конца. Затем продолжаем идти дальше до окна. И залезаем в окно. Как раз София Вашингтон отошла из этой комнаты, куда нам нужно. У нас достаточно будет времени для того, чтобы обчистить эту комнату. Мы дожидаемся, пока вот этот охранник, что находится к столу в середине, отойдет. И как только он уходит, мы идем дальше. И прячемся за этим креслом. Затем берем монетку, бросаем ее сюда, в угол, берем лом. Оглушаем первого и бросаем на второго. Монетка нужна для того, чтобы охранник подобрал ее. Затем прячем всех охранников вот в этот шкаф. Подбираем все, что они уронили. Выходим сюда. Выбрасываем все оружие. Если вы не успели зайти через эту дверь, пока она не закрылась, то ничего страшного. Вы можете вернуться вот в эту комнату через окно. Выходим отсюда и по парапету направо в сторону той комнаты. Теперь мы дожидаемся, пока София Вашингтон подойдет вот в эту комнату. Я здесь тоже промотаю время к тому моменту, когда она войдет. Как раз София подошла к той комнате, которая находится рядом, и она вот сейчас зайдет вот в эту дверь. Вытаскиваем нож. Дожидаемся, пока дверь закроется. Выходим, для того, чтобы она увидела нас. И бросаем на нее нож. Подбираем все, что она уронила. Причина, по которой мы ждем, пока она нас заметит, потому что есть еще дополнительная... испытание, что она должна
испугаться при виде костюма Януса. Вытаскиваем ее из этой комнаты сюда. Не забудьте переодеться в костюм охранника. И оглушаем вот эту женщину. Прячем ее вот сюда, вот в эту коробку вместе с нашей целью. И можно идти в сторону выхода. Будьте осторожны, потому что иногда здесь будут проходить мимо люди, которые могут вас спалить. Мы будем выходить при помощи вертолета. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и я не прощаюсь.